Всем привет! Всех приветствую на канале. И сегодня видео будет, так скажем, продолжение видео от снятого. Так, как оно называется? Где вытащить контроллер заряда? Вот как-то так оно называется. Ну, постараюсь оставить ссылку в описании. Значит, сегодняшнее видео. Чем заряжать же литионные аккумуляторы? Там, с контроллером, без контроллера, в принципе, не имеет значения. Вот у меня... Да, была в живых когда-то Bluetooth гарнитура Jabra. Вот, я ее расковырял, вытащил аккумулятор и вот эту плату. Плату я поставлю, кстати, да, я ж уже очень забываю, постоянно забываю, и очень надо сделать обзор своего велосипеда, точнее колонки, которую я туда поставил, чтобы вот ездить и слушать музыку, чтобы не было скучно. Ладно, вернемся к теме. Ну вот, есть платка, вот сюда цеплялся аккумулятор, вот тут его плюсовая, был контакт. И, короче, можно заряжать такой платкой, но если вам не хочется морочиться с зарядкой, берете. Сейчас, ну у меня нету, короче, с собой, я вообще не готовился, потому что сейчас приедет ко мне человек, надо будет продать ему там кое-что. Вот, так что, о, кстати, сообщение уже, наверное, от него пришло, сейчас посмотрю. Просит удалить сообщение, чтобы было место. Вот. В общем, вы берете обычный блок питания 4,2 вольта, ну или батарейки. Но лучше, конечно, блок питания. Если аккумулятор будет на 100 мА, можно батарейки. Но желательно не блок питания. Там 4,2, 4,5 вольт. 5 не сильно желательно, но можно. То есть вы можете... Да что ж такое? У меня камера отваливается постоянно. Камера отваливается. Ладно. Вы можете от USB подключить, зарядить аккумулятор, либо заряжать вот с помощью такой платки, либо просто взять батарейки и 4,2 вольта зарядить, короче, аккумулятор. То есть заряжать аккумулятор литион нужно напряжением 4,2 вольта, ну можно 4,5 в принципе. Даже 5, наверное, это не можно, но я не пробовал. Только вот единственное то, что у меня там камера сейчас на зарядке, и она нагревается, если ее от 5 вольт заряжать. От USB. Вот, может, аккумулятор будет нагреваться. Ну да ладно. В принципе, 4,2 вольта, 4,5 вольт вам надо. И все. И заряжаете аккумулятор час равную емкости. То есть, допустим, аккумулятор 500 мА, вы его на него 500 мА подали. Кстати, от того же можно USB. Либо меньше емкости. Желательно, конечно, меньше. Допустим, аккумулятор 1000 мА. А вы его заряжаете 2000 миллиампер. Тогда вот, ну, 10 часов, конечно, будет заряжаться, но зато он зарядится правильно. Либо же лучше зарядить аккумулятор на 1000 миллиампер и током 500 миллиампер. Вот это будет идеально. И быстро, и качественно. Ладно, сейчас я посмотрю, что тут за смс-ка. Ну вот, в общем-то, вы поняли, да, что зарядить аккумулятор, ну, от того телефона, литион 3,7 вольт, можно вот таким вот способом. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите другие мои видео. Всем пока!